даже же есть сертификаты, то есть отдельно, типа, когда ты сделал вакцину, и у тебя есть сертификат, и у тебя есть сертификат о том, что ты переболел. Угу. То есть там сколько, полгода вроде, ты можешь с этим сертификатом ходить. Понятно. Ну и, наверное, последний вопрос. Изменилась ли как-то жизнь киевлян и вообще граждан, которые здесь работают, после того, как Зеленский стал президентом? Стало хуже или стало лучше? Как вы считаете, это ваше мнение? Для себя лично. Никак не коснулось. Никак. Вообще. То есть политика, в принципе, не касается бизнеса и работы, в принципе, нет, да? Вообще. Никаких улучшений, улучшений нет. Если бы я работала на себя, и у меня был свой бизнес, наверное, меня бы это как-то, может быть, и коснулось, но так как я работаю на людей, то нет. Вообще никак. То есть абсолютно политика, в принципе, не затронула никак, хорошо, да? Так и есть хорошо, поэтому вообще без. Меня это тоже никак не коснулось. Опять-таки, наверное, это коснулось малого и среднего бизнеса, так как внесены некоторые коррективы в налоговую. Ты же слышал, да, что у нас здесь на Майдане проходили митинги по поводу введения кассовых аппаратов, но